Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Фиона от производителя Новодворский. Коллекция состоит из 4 люстр с количеством ламп от 1 до 5. Также предлагается бра, настольная лампа и торшер. Основание у люстры металл, цвет его коричневый с золотом. На поверхности будут потертости. Плафон из стекла, диаметр его 34 сантиметра. Стекло здесь с бежевыми разводами, оно не однотонное. Люстра на одну лампу, патрон Е27 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 100 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я использовал LED-лампу потреблением 8 Вт, а выдает такая лампа около 60. Включенная люстра выглядит вот так. Несмотря на то, что плафон из стекла, весь основной поток света будет направлен именно вниз. Просто стекло довольно плотное, толщина его около 8 мм, поэтому свет пропускает оно слабо. Подойдет такая люстра для небольшого помещения площадью порядка 6 квадратных метров. Также можно использовать ее для освещения над столом. Высота у нее регулируется, максимальная она здесь 1 метр, минимальная может быть 73 сантиметра. Поэтому, если она установлена будет не над столом, то высота потолка в помещении должна быть не менее 2,75. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши 9 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!